Я Малонитинский автономный округ, Ярославская область. Всем бурные овации! Открытие первенства России по лыжным гонкам среди юниоров состоялось в понедельник вечером. Праздничная атмосфера, приподнятое настроение, молодые лица. Участники со всей страны. Есть и архангельская сборная. Главные конкуренты для нее традиционные – москвичи, камяки. В церемонии открытия первенства России в Малиновке принял участие глава архангельского региона Игорь Орлов. Сегодня через вот такого рода мероприятия мы говорим, что это прекрасное место, удивительные люди, хорошие условия, гостеприимство. И недалеко от Москвы. Значит, здесь нужно строить и планировать очень много таких важных и для всей страны событий. Мы возвращаем Архангельскую область в активную такую фазу деятельности, жизни всей страны. То, что Российская Федерация лыжных гонок приняла решение о проведении молодежного первенства страны, а затем и взрослого чемпионата в Устьянском районе, подтверждение того, что стадион и лыжные трассы здесь соответствуют самым высоким требованиям. Условия спортивные сегодня здесь одни из лучших в стране. Я реально сегодня счастлив, и вы, наверное, сами все видите. Сейчас еще данное мероприятие, мартовский чемпионат, покажут и покажут всей стране наше место. И думаю, что вся лыжная Россия будет в нас всегда заинтересована. Хотя вопросы при подготовке Малиновки ко всероссийским турнирам все-таки были. Они касались не спортивной части, а другой немаловажной – инфраструктуры. У нас не было сервиса, это не было мест подготовки лыж, это вакс-кабина, так называемые, раздевалки, это обеспечение. У нас есть пункты питания, но недостаточно для того, чтобы провести вот такие соревнования. Поэтому мы сделали и использовали максимально возможности Устьянского района. В результате готовность объекта стопроцентная. Забронированы гостиницы, включая соседние районные центры, продумана логистика. В самой Малиновке спортсменам особенно нравится столовая. Созданы хорошие условия для тренировок. Здесь довольно короткий срок. Сумели такую трассу шикарную соорудить, все строить. Трасса как домашняя уже, все здесь поворот, все знакомо. Года три уже по ней все соревнования, каждый год чемпионат области бегаем. Программу первенства России открыла вчера женская гонка классическим стилем на 10 километров. На старт вышло 65 спортсменок. Лидером гонки и обладательницей первой золотой медали стала мастер спорта из Московской области Наталья Непряева. Представительницы Архангельской области на 36-й, 38-й и на 50-й позиции.